Общественный суд над проституткой, заразившей сифилисом красноармейца. Друзья, всем огромный привет. Всех уже с наступившим годом, потому что ролик выйдет где-то в начале января. Вот, еду на Салтыковку, у нас 31 декабря. Сейчас до обеда там погуляю, ну никуда не поеду, потому что, наверное, Саша, сами понимаете. Вот, погода такая, что-то дождь, снег, ну все тает. Ну, вроде плюсовая погода. Вот, так что всем всего самого хорошего в новом году. Мирного неба над головой, чтобы все вернулись домой живыми, здоровыми. Все, друзья, не знаю, подписывайтесь в нашу группу в Телеграм. Можно продать, купить, выставить любой товар. Ну, я имею в виду такой, более-менее, который подходит к антиквариату. Оценить можно, нас уже 2000 человек. Не затягиваем, друзья, погнали. Что-то как-то тихо. Ваня, что-то как-то тихо. Это здорово, я... с наступающим. Спасибо, взаимно. Андрюхи нету? Что-то как-то тихо. Здорово, брат. С наступающим. С наступающим. Взаимно, взаимно. Здорово. С наступающим. Здорово. Как оно? Нормально. Ну, народу что-то как-то маловато. Думал, больше будет народу. Сейчас что-нибудь попытаемся подснять. Время-то уже 10 час. Друзья, бабушка вот принесла утюг. Ну, я ей дал 500 рублей, говорю, чтобы не таскала. А потом прочитал, что... Азовсталь, представляете, он тяжелый, капец. Даже удержать тяжело его. Так что, так, кто собирает утюги, Азовсталь сейчас редкость будет. Сами знаете почему. Совсем не густо, да, Макс? Совсем не густо. Кто, кстати, вспоминает? Там гражданин Борис убежал вперед. Подожди, я тебе эту открытку-то отдал. Я думаю, ему-то приятно будет. Тебе-то понятно, что хочешь. Потому что он об этом мечтал. На, повесь. Ладно, с днем Дагестана. С днем России. Ладно. Давай я заберу на обратном пути. Мне просто некуда его ложить. Че ж ты не продал? Ну-ка вытащи. Приходите, друзья, у Макса штык есть. Это с этой. А, с СВТ. 3000 всего. Может, кто-то ищет. Что можно купить за одну бутылку водки? Блять, не мокро. Она что все было? А именно военная есть? Да есть что-то тут. Общественный суд над проституткой, заразившейся сифилисом, политехническим музеем, блядь. Ты почем их вообще хочешь? Ну вот эти по 500, а этот честный труд примерно поведение ускорит твое освобождение. На картон наклеили. Все, у меня 3 штучки осталось.
А нет, еще одна есть. А это Донбасс, по-моему. Ёпта. Это. А нет, лотерея. Блять, вроде Донбасс где-то были, забрали. Фу. Лотерея. Первая лотерея, что ли, хуй. Ну, 2000, блядь, по 50 рублей. Там править хочешь? Да не, просто снимай себе. Что-то как-то непонятно, что-то криво, как будто... Ну, а как тогда делали? Тихо, не знаю. Ну, ты не думаешь, что это прям, ну, сами нашли или что-то, ну, где-то? Это... Где это? Подмножаешь, по-моему, ребят нашли. Угу. Картинки, фигинки. Да, а сколько ты занимаешь? Ну, рублей 400, давай. Угу. Пойдет. Да нет. Блин. Вроде две еще оставалось. Было 7 штук, блин. Друзья, взял вот такую шкатулочку. Это Венгрия, да? За освобождение Венгрии, по-моему, мне так сказали. В таком хорошем состоянии. Может быть, конечно, и новодел, но... Какие-нибудь наградки хранить. Прикольно. Мне понравилось. Возьму себе, но если кому нужно, пишите. Вот так оформлено, интересно. Так, взял вот этот плакатик. Смотри, Вань, читай. Держи рукой. Общественный суд над проституткой, заразившей сифилисом, красноармеец. Давай. Друзья, о стоимости марок, да, смотрите, взял 4 альбома. Раз, два, три, 4. По 50 рублей, в общем. Так как марки, конечно, это вообще на любителя уже. Это на любителя. Ну, по 50 рублей тут, в принципе, только альбом 50 рублей стоит. Я думаю, неплохо. Пусть будет. Да, друзья, вот такая интересная салатница. Все. И Кузнецов, самое главное, видите, прям выдавлено. Красиво, красиво, вполне. Вручную, да, вручную. Да, такое. Очень классно.